предыдущих двух сериях мы показали вам наших инвалидов, спинальников, наших подопечных, которые живут на передержке. Это Брюс, Марли и Дарри. А затем к ним прибавился четвертый. Это Мурзя. Вкратце расскажу вам его историю. Малыш ползал, волоча за собой лапки, не один день, а может и не месяц. Его нежное тельце искусано всеми паразитами, которые только есть на свете. И вот в таком состоянии, обезвоженный, истощенный, покусанный, он попал к нам. А рентген просто приводит в ужас. В него стреляли. Но пули трогать нельзя, они обросли мягкими тканями. Малышу мы дали шанс на жизнь. Зайцы. Молодец, Бим. Иди ко мне. Иди вперед. Брюсик, иди вперед. Вперед. Оп. Бим, как ты стоишь долго? Опять я не подрасчитала. Ай, хороший мой. Солдатик, солдатик. 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 Умничка.
Mm-hmm.